В актовом зале медико-профилактического корпуса даже стоящих мест нет. На выпускной пришли родители и преподаватели, чтобы поздравить новых специалистов. Дипломы с отличием лучшим из лучших вручил губернатор Николай Любимов. Нам необходимо в первую очередь сделать все, я имею в виду правительство Рязанской области, муниципальные власти, чтобы как можно больше из вас, ребят, осталось здесь, в Рязанской области, и работало бы в наших лечебных учреждениях. Это не только к вам пожелание, конечно, но и наша задача. А задача эта должна выполняться путем оборудования наших лечебных учреждений, путем заботы в хорошем смысле об этих самых наших замечательных больницах. За подготовку новых специалистов благодарственное письмо аппарата полномочного представителя президента в ЦФО вручили декану медико-профилактического факультета Татьяне Сдольник и доценту кафедры детских болезней Роману Гудкову. Большинство выпускников, хоть и получили дипломы, с родным вузом прощаться не спешат, будут продолжать учиться. С надеждой, с счастьем в будущее. Хочу поступить в ординатуру на ортопеда и, соответственно, работать терапевтом, ортопедом. Служить людям каждый день, несмотря на настроение и свои проблемы, быть всегда готовыми оказать помощь пациенту, пожелал выпускникам ректор вуза Роман Калинин. Сегодня сбывается, наверное, первая, может быть, небольшая мечта, и начинается работа. Начинается то, к чему вы стремились. И мне бы очень хотелось, чтобы у вас у всех все получилось. Мы старались для вас сделать все, что можем. Мы старались, чтобы вы стали лучше и превзошли нас в том, что мы умеем в медицине. Год 75-летия вуза совпал с еще одной памятной датой. Впервые медуниверситет выпускает педиатров, врачей, которых не хватает в регионе. Их очень ждут в детских поликлиниках. Таких специалистов всего 19. Мы очень ждем наших педиатров. Для нас это больнейшая тема. Сложившись ситуацию в стране, когда мы потеряли государственное распределение, и открывая 6 лет назад педиатрический факультет, мы возлагаем огромные надежды на вас, как на специалистов. Деканы, преподаватели, представители официальных ведомств, поздравлений в этот день было немало. Поздравляю вас с выпуском. Хочу пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья, большого человеческого счастья, добра и благополучия. Дипломы в этот день получили 262 специалиста. Это будущие стоматологи, фармацевты, медицинские сестры, бакалавры. Дина Исляева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».